здесь добавила, у нас есть специи, соль, перец перемолола, вот, перемолола, можно еще добавить. Обязательно лук, ну это я вам показывала, уже видно. Вот сейчас мы будем кюфту лепить. Кюфта переводится, я не помню с какого там, это грузинский или какой. Это называется тефтеля. По-моему, это грузинское блюдо. Вот, вот таким образом я отбиваю, замешиваю. У меня было два вида фарша. В один вид фарша я тоже его вот так вот отбивала. Всегда надо фарш отбить. Вот таким образом. Значит, в этот фарш я положила только лук. Перемолола только лук и специи. Значит, для зажарки нам понадобится морковь натертая, вот натерли уже на терочку морковку, болгарский перец, сегодня я беру вот такой у нас, и две лучины. Вот, еще у нас будет чеснок, выливается постное масло вместе с маслом сливочным. Посерединочке на девятку поставила, то есть на самый большой жар. Сейчас у нас это пока разогревается, в первую очередь, когда оно у нас растопится, мы будем с вами мелкий чесночок. Вот этот в первую очередь забросим. Потом нашинкованный лучок. Следом, когда чесночок зажаривается, вот прямо вот здесь видно, он уже приобрел такой золотистый цвет. И мы забрасываем туда перчик наш и лучок. Буквально чуть-чуть сейчас зажарится и будем сыпать морковку. Дадим немного прожариться. Закипел наш бульончик, потихонечку вкладываем в нашу кюфту. Еще я, знаете, как иногда делаю? Прям в кюфту вмешиваю полностью зелень. То есть у меня бывает так, что я вот эту зелень мелко-мелко еще шинкую и добавляю именно в кюфту фарш, замешиваю, иногда так делаю. Сегодня решила приготовить так все. Вот немножко, оно, не переживайте, ничего не слипнется, ничего не подгорит. Ждем, пока оно еще чуть-чуть прокипит, а потом вот так вот, вот так. Это мы будем мешать. Вот смотрите, ложка, ничего перемешивать не надо. Все. Да. Теперь у нас зажарочка зажаривается здесь. На подходе у нас на очереди с вами зелень. Как я и говорила вам в предыдущих видео, вот на всех национальных кухнях они не режут мелко. То есть они всегда крупно нарезают зелень. Это я у них подсмотрела, как они делают. И вы знаете, результат действительно очень вкусный. Вот в борщ это другое, а вот в национальных мы вот таким образом. Я обязательно добавлю хмели-сунели, аджику сухую, смесь перцев у меня здесь немножко, и еще буду перец черный добавлять молотый. Чуть-чуть у меня помидор нарезанных буду сейчас добавлять и лавровый лист. Это все в конце. Пока мы ждем, пока закипит наша кюфта. Так, наша поджарка с вами готова. Берем ее сейчас. Соединяем с нашим бульоном и кюфтой. Аккуратненько. Два вида масла, как я вам и говорила. И дадим немножко прокипеть. Вот так вот лопаткой беру, а не ложкой, чтобы не развалились наши все ингредиенты. Поддеваю. И таким образом она у нас перемешивается. Даем покипеть 5 минут.
Этого будет достаточно, а потом будем к завершающей фазе приступать. Вон они, наши все ингредиенты. Сейчас будет немножко кипеть. Так, обязательно надо солить нам. В конце солим. Вот таких прям три щепоти хорошие. Здесь уже в данном случае мы ложечкой можем с вами провернуть это дело. И идет у нас, как я и говорила, черед специй. Хмели-сунели здесь, аджика. Сразу же положу лавровый лист. Он тоже придает ароматику нашему блюду. Сейчас буквально немножечко это все насытится, прокипит. И конечным у нас результатом добавляться будет зелень в конце. Крупно нарезанная. Вот таким вот образом. Зелень влагосодержащий продукт. Поэтому он режется, видите, в таких случаях, вот в данном супе, он у нас ну, очень мелко не режется, а именно крупно, для того, чтобы влага не выходила, а насыщала полностью все ингредиенты, положенные в суп. Тем более, что в этом супе у нас никаких ни круп нет, вы же видите, ни вермишели. То есть подается это именно вот такой вот тефтелиной. Сейчас буду показывать, как оно подается. Прокипеть оно должно буквально еще 5 минут. Так, сейчас мы все ингредиенты будем выкладывать, в тарелочку наливать. Там у нас и картошечка, и помидорчик, и зелень, сам бульон, лаврушечка и кюфта. Вот таким вот образом. И украсим обязательно кинзой.